Всем привет, друзья! Вы на канале Ушастик Kids. Давно мы с вами не играем в игру «Дом за сладостями». Так, вы смотрите, кто у нас тут появился. Это гавайский Хэнк, ученый Бен. Давайте посмотрим, какие же задания нас сегодня ждут. Нам нужно собрать кусочки тортика, завершить одну пробежку и собрать усиление магнит. Ну что, вперед! Будем выполнять ежедневную миссию. Только для начала давайте выберем пушистика, с которым мы отправимся в погоню за воришкой-енотиком. Смотрите, это будет агент Анжела. Ну вот, Анжела готова скорее. Сегодня нам надо обязательно открыть новую локацию, друзья. У нас еще много интересного ждет в этой игре, так что поехали. Анжела, ты готова? Тогда скорее вперед, ребята, помчались за нашим воришкой-енотом. А помогать нам будет Хэнк. Здорово! Отличная команда у нас сегодня. Так, мы взяли магнитик. А в ежедневной миссии нам нужно обязательно поесть тортиков. Вот они, наши тортики. Собираем, собираем. Опа, ой, наверху какой-то бонус. Отлично, наши сладости увеличились в 2 раза. Неплохо, а теперь мы взяли суперскорость. Первый сундучок у нас. Так, давайте-ка соберем здесь немножко сладостей. Ой-ой-ой-ой, смотрите, пол падает вниз. Так, ой, мы наткнулись, и на помощь нам пришел Хэнк. Вау, отлично, мы взяли бонус. Смотрите, как здорово умеет кататься наш Хэнк. Вау, теперь он просто огромный. У него такое испуганное лицо. Хэнк, ты чего, дружище? Так, прямо из какое-то цирковое выступление. Помчались. Кстати, вы заметили, нашему Хэнку помогает смайлик. В следующий раз возьмем дракончика, он мой самый-самый любимый. А еще я люблю нашу тучку. Так, ой-ой, ой-ой, как здесь опасно. Хватает скорее еще. Кстати, друзья, сегодня вас ждет целая гора приветов от канала Ушастик Kids. Ой-ой, мы свалились. Спасем скорее Хэнка. Так, нам нужно добежать до следующего сундучка. Ой, какие красивые тут деревья. Сладкие деревья. Ммм, мое любимое мороженое в рожках. Сейчас его все соберем. Еще. Так. Отлично. У нас снова бонус. И магнитик. Так, у нас 70 тысяч очков с вами. Надо нам насобирать как можно больше. Мы добрались до зеленого сундучка. Уже 2 сундучка у нас есть. Помчались, помчались, помчались. Ой, вы это видели? Отлично, нас смайлик оживил. Он дал нам дополнительную жизнь. Здорово. Скользим. Сейчас будем снова большими. Смотрите, как мы выросли. Опа, все конфетки скушаем. Так, помчались. Ну нет же, нет. Как здесь опасно прыгать. Так, смотрите, здесь все двигается. Ну вот, мы постоянно на препятствия натыкаемся. Какая сложная локация. Ладно, давайте-ка мы с вами посмотрим, сколько очков мы заработали. 183 тысячи. Неплохо. Давайте посмотрим, сколько же нам нужно для новой локации. Но для начала откроем парочку волшебных сундучков. Так, нам нужно 1500, чтобы открыть локацию. Сейчас посмотрим, какие же интересные локации нас ждут впереди. Нажимаем на наш глобус. И, кстати, можем выбрать, в какую мы отправимся. Вау, смотрите, вот такая у нас уже локация, аквапарк есть. Это наш музей со скелетом, таким огромным динозавром. Египетская гробница нас ждет, здорово. Зал викингов нам еще предстоит открыть и альпийскую деревню. Да, друзья, будет здорово. А теперь давайте откроем несколько сундучков. Так, купим с вами вначале вот такой сундук. Открываем. Заодно прокачаем наших пушистиков. Купим вот такой легендарный сундучок. Интересно, что же будет в нем? Открываем. Это полицейский том. Так, особый сундучок. И в нем у нас Бен, монетки. Так, и еще один сундук. Гавайского Хэнка мы прокачали. Пожарный стал еще сильнее. Обновление для Бена. Бриллиантики. И дайте нам для Анжелы обновление. Отлично, можем ее обновить. Гавайский Хэнк, Динджер. И монет целая гора у нас. Так, давайте посмотрим, выполнили мы что-нибудь из миссии. Пока еще частично только выполнили. Самое время обновить нашу кошечку. Мы открыли много сундучков, так что, по-моему, мы можем ее даже прокачать. Отлично.
Улучшаем нашу агента Анжелу. Теперь ее рубиновый луч будет действовать намного дольше. Так, предлагаю выбрать Анжеле нового помощника. И знаете, кто это будет? Думаю, все-таки дракончик. Как вам такая идея? Так, Анжела доедает свою конфетку, а мы выбираем... Ой, у нас еще улыбочка еще не открылась, а вот дракончик нам доступен. Так что продолжим следующее соревнование вместе с ним. Попытаемся добраться до самого классного сундучка. Выберем локацию, в которую мы отправимся. И в этот раз мы отправимся в музей. Поехали! Начнем с музея с огромными динозаврами. Анжела, ты готова? Кстати, мы даже не успели Анжелой ничего превратить в наши красные бриллиантики. Так, ну помчались в музей. В этот раз нам помогает Бен ученый. Здорово. А вот и наш дракончик. Как я его люблю. Такой классный. Помчались. Опа. Возьмем еще немного сладостей. Кстати, друзья, в сегодняшнем видео вас ждет целая гора приветов от канала Ушастый Кидс. Приветы я передам в самом конце видео. Хочешь получить привет на нашем канале? Подписывайся и в комментариях пиши свое имя и фамилию. Да, кстати, не забывай ставить лайк, если тебе нравится эта игра. Опа! Ух ты, тут ведерки на нас падают. Так, дракончик уже начал нас оберегать. Защищает нас, какой молодец. Опа! Чуть не врезались. Сейчас мы вырастем, смотрите-ка. Наша кошечка стала большой. Здорово! Берем молнию. Вау, ну наконец-то, мы можем даже летать. И превращать все в бриллиантики. Так, бриллиантов мы насобирали с вами. Надо нам с вами открыть тучку. Помчались. Опа! Так. Отлично, отлично. Ого, сколько красных бриллиантов, смотрите. Мы сейчас насобираем. Осторожно, Анжела. Опа, возьмем яблочко. У нас фруктовый дождик. Ракета у нас тут. Опа. И снова можем стрелять и превращать все в рубины. Ух ты. Отлично, рубины взяли. Зеленый сундук у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тортики кушаем. Пригнись, Анжела, нам нужно насобирать много очков, чтобы открыть новую локацию. Придется хорошенечко постараться. Опа! Так, время Бена. Помните, Бен превращается в огромного зеленого глюку. Вот такого! Потопали, Бен. Ух ты, ничего себе, одни ноги видны. Ничего себе, он как вырос. Сейчас мы все раскрушим здесь. Так, Бен у нас хорошо уже прокачан. Его я прокачала прям сильно. Отлично, тут наши тортики, которые нам нужно собрать. А вот и розовый сундучок. Желтый с розовым. Мы до него добрались все-таки. Мы до него дошли. Ай-яй-яй, спасаем скорее нашего Бена. И помчались дальше, ребята. Ой, тут все рушится сейчас будет. Мы выросли. Нам ничего не страшно. Ой-ой-ой. Какое красивое солнышко было из монеток. Отлично, взяли бонус и еще и магнит. Два бонуса у нас действуют. Вау, мы еще растем сильнее. Так, ой-ой, смотрите, под нами мостик падает. Помчались, сколько сладостей же здесь. Возьмем еще немножечко. Магнитик. То, что нам надо. Ой-ой-ой. Так, срочно спасаем. Хорошо, что у нас были в запасе бриллиантики. Оп. Так, как стало опасно. Шары эти огромные летят. Да, мы зашли далеко. А вот и голубой сундук. Мы до него добрались. Остался последний, самый главный сундучок. Так, у нас уже 1000 бриллиантиков стоит спасение. Да что же это такое? Так, осторожно, Бен. Нам нужно с тобой добраться до самого главного сундучка, до нашего. Еще ребята приветики уже заждались.
Давай, давай. Опа! Пригнись. Вот так. Отлично! Монетки собираем. Поехали, поехали, поехали. Вот это скорость. Ух ты! Наелись-ка мы сладости сегодня. Так, спасаемся, нас спасаемся. Нам очки нужно зарабатывать, Бен. Не время проигрывать. У нас там новая локация ждет. Египетские пирамиды. Так. Давно у нас не было бонуса. Ну так, мы большие. Можно ничего не бояться. Ух ты, тортики с клубникой появились. Мы свалились, свалились вообще вниз. Смотрите, какая вот стройка опасная. Все двигается. Магнит давай возьмем. Так, здесь вообще очень много препятствий. Я постоянно во что-то врезаюсь. Мы до сундучка-то доберемся с тобой. Давай. Отлично. Опа! У нас двойные очки, по-моему. Наш шар сбил, шар сбил. Смотрите, вот такие опасные шары нам навстречу катятся. Отлично. Ну вот, дракончик нас не спас. Мы нас заработали с вами. 389 очков. Самое время открыть сундучок. И что же в нем? Отлично. Смотрите, смотрите, сколько всего. Так, осталось совсем чуть-чуть, и мы откроем локацию. Только для начала давайте откроем еще парочку сундучков, чтобы прокачать наших персонажей. Так нам с вами будет намного легче. Откроем вот этот легендарный сундук. Так, в нем наверняка что-то должно быть интересное. Отлично. Пожарный. Бриллиантики. Открываем. Отлично. Сейчас прокачаем нашего пожарного. И нам нужен еще сундук. Мало, мало, мало бонуса. Открываем побольше. Когда же мы откроем наше счастливое облачко? Теперь давайте прокачаем наших пушистиков. А ну-ка, мы уже собрали все тортики. Собрали магнит. Справились с двумя заданиями из ежедневной миссии. Так, ну а что у нас тут? Давайте-ка посмотрим. Обновим сейчас наших пушистиков. Кто у нас тут обновился? Бен еще полицейского. Вот, Джинджера можем улучшить. Нашего Джинджера, который катается на скейте. Принцесса наша Анжела. Давно мы ее тоже не играли. Так. А вот и пожарный. Мы можем его улучшить. И заодно поиграем нашим любимым пушистиком Джинджером. Нам осталось совсем немножко. Я думаю, сейчас как раз мы заработаем недостающее количество очков, чтобы открыть новую локацию, друзья. Египетские пирамиды нас ждут. Помчали, Джинджер, хватит уже кушать сладости. Воришка, енотик, мы тебя все-таки поймаем. Поехали вперед. Опа! Сколько вкусняшек. Так, осторожно. Дракончик нам, как всегда, помогает, дышит огнем на все препятствия. Ух ты, у нас суперскорость! И первый деревянный сундук уже у нас, друзья. 9000 очков мы заработали. Ого, смотрите. Наш дракончик нас спас от ракет. Пожарная машина! Отлично! Поехали, поехали! Ой, мы свалились! Свалились прямо на нашей пожарной машине вниз. Теперь продолжим с нашим Беном. Какое вкусное мороженое. Отлично, мы превратились в зелененького монстра. Вот так, громим. Все, как раз сложная локация. Мы ее пройдем с нашим зеленым Беном. Ух ты, сколько здесь всего. Ням-ням-ням. Собираем, собираем, собираем. Вот так. Пригнись, Бен. Яблочки у нас тут. Много, много, много всего. Ой, что происходит? Так, спасаем, спасаем срочно нашего Бена. Осторожненько.
Отлично, мы выросли. Сейчас еще больше станем. 80 тысяч очков уже успели заработать. Ай, наступили на ведерку. Спасаем. Спасаем нашего пушистика. Да что же здесь за опасный такой участок? Катимся. Вот так. И мы снова большие. А где же сундучок? В этом переходе его не оказалось. Ладно, заглянем в следующий. Отлично, нас спас дракончик, но мы все равно провалились. Какой опасный этот лес. Так. Как быстро все двигается. Мы не успеваем перепрыгивать. Хватай. Вот так, выросли. Еще один сундучок взяли. Отлично, теперь мы большие и нам ничего не страшно. Кстати, друзья, хотите привет на нашем канале? Подписывайтесь и в комментариях напишите ваше имя и фамилию. А также можете указать своего друга, ему я тоже передам большой привет. Или, например, свой класс. Так, вот так давай. Прыгнись, прыгнись. Опа, мы выросли. Когда Бен большой, мы можем просто спокойно бежать по препятствиям. Вот так, попробуем через низ. Осторожно, ой-ой-ой. Вы это видели? Мы наткнулись. И здесь снова. Вот это скорость, ребята. Так, а здесь сундук. Мы все-таки до него добрались. Осторожно. Смотрите, какая у нас огромная скорость. Еле успеваем эти шары перепрыгнуть. Так, дракончик, давай спасай нас. Смотри, как здесь. Ого, ребята, смотрите. Здесь постоянно много опасностей. Так, вырастаем. Отлично, выросли. Ой, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, что происходит. Хорошо, что нас спас наш дракон. Мы снова маленькие и вырастаем, вырастаем, вырастаем. Буковки тут и сладостей. Соберем их. Вот так. Вау, мы снова большой зеленый человечек Бен. Смотрите, как все сейчас разгромим. Вот так. Все крушим. Так, мы снова подросли немножечко. О, еще выросли. И теперь у нас еще и суперскорость. Так, снова мы большие. Ой, какие лопатки огромные. Так, через лопатки мы перепрыгнули. О, нет, 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 нет. Давай, мы должны дойти до конца. Да что же это такое? Так, отлично. Не знаю, хватит ли нам очков, чтобы открыть новую локацию уже, или нам нужно еще дальше проходить. Так, отлично. Вот так все крушим. Здесь лучше забраться наверх, наверху будет безопаснее. Ничего себе, как мы с вами далеко забрались. Так, давай, давай, давай. Вот здесь очень опасно. Ай, ну вот, провалились вниз. Так, ну-ка, давайте смотреть. Сундучок готов. Открываем его скорее. Смотрите, сколько здесь обновлений. И много-много бриллиантиков. Так, нам с вами осталось совсем немножко. Всего лишь 300 очков. И у нас откроется новая локация. Но сейчас, друзья мои, самое время для приветиков. Привет у нас сегодня первый получает Лена Кошачева и Маша Селивон. Огромный вам приветик, девчонки. Привет эти для Коли Дейкун, Алины Марковой большой приветик, Камилы Таджибовой, Руслану Руденко огромный привет, Лиза Гришанова, Полина Кузнецова, Дарья Гончарова получает привет. Привет летит у нас для Оли, Амалии Машеевой.
и Вероники Волковой, Катюша Калинина, Никита Медонов, Алена Осьмуха, Оля Бажавина, Вероника Постоева получает большой привет, Арина Кириллина, привет летит для Иночки, а также Леры Половниковой, Каролина Емельянова получает привет, и Леночка Абрамова, а также Вики Парамоновой большой привет, Лены Кошачевой, Ане Деменковой, Софии Алехиной, Полины Байдак, Савелию Баеву, 3 А-класс школы номер 21. Ребята, вам самый-самый пушистый приветик сегодня. Алина Дашкевич, Алина Марченко, Настя Синявская, Юлиана Камбарова, Ксюша Кречина получает приветик. Анжелика Сложакина, Кристина Гаврич, летит тебе тоже большой привет. Ангелина Димурина и Мария Айвазян получают пушистый приветик от нашего джинджера. Лиза Беспалова, Ева Казамерчук, Ульяна Назимюк, Диана Радунцева, Захар Рыбкин. Привет летит для Маргариточки, Полины Абуниной, Оли Ковальчук, пушистый привет. Наташи Почерной, Саши Захаровой, Насти Красниковой, Варе Сайко и Снежане Горбатюк. Большой-большой привет! Ну а сейчас, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте ваши лайки и подписывайтесь на наш канал Ушастый Kids. На этом у меня все. До скорых встреч, ребята. Пока-пока!